Мяч, ракетка и огромное желание – это все, что надо для игры в один из самых популярных видов спорта – настольный теннис. Благодаря его доступности он завоевал любовь миллионов. Десятки людей разных возрастов приняли участие в открытом первенстве Ленинского района. Настольный теннис – динамичный, быстрый спорт. В него могут играть и как маленькие, так и старшие ветераны. Ветераны как раз и составили львиную долю участников первенства. Оно и не мудрено. Пинг-понг – спорт достаточно спокойный. Здесь необходима максимальная концентрация внимания и терпения, что свойственно людям в возрасте. Но в то же время настольный теннис позволяет поддерживать себя в хорошей физической форме. Этот вид спорта надо как бы у нас прогрессировать. Думаю, что надо больше во дворах где-то больше настольного тенниса ставить, чтобы дети, как говорится, с малого возраста начинали заниматься. Ну и вот мы, ветераны, не бросаем этот вид настольного тенниса. Теннису отдает предпочтение и прекрасная половина человечества. Татьяна пришла в этот вид спорта из легкой атлетики. Вот уже 20 лет ее сердце принадлежит теннису. Мне всегда нравился спорт. Я вот решила попробовать теннис. Стало получаться, стала играть. Мне нравится динамичная игра. Я вот смотрю, мне нравится прыгать. И здесь идет... Мне кажется, это честная игра. Здесь уже, если ты умеешь играть, то умеешь играть. Если нет, то нет. Люди приходят сюда за дружеским общением и теплой атмосферой. И те, кто свободное время выбирает проводить с ракеткой в руках, абсолютно об этом не жалеют. Юлия Погосян, Павел Игнатьев, Лена Кошлева. Видное ТВ.